Так, друзья, вот такой кусок пиццы, большой кусок, стоит 2 евро. Мы сейчас находимся на Канарских островах, на острове Тенерифе. Вот этот данный кусок у нас с тунцом, но также есть с мясом, с курицей и говядина там была, да? И что самое интересное, что и говядина, и курица, он говорит, халяльное мясо. Кроме этой пиццы, там есть также кебабная, в общем, она находится вот здесь вот. Его дела. Что пока все. В общем, 2 евро, кусок большой пиццы. Смотрите Анзор ТВ, двигаемся в Голливуд, солнечную Калифорнию.